Всем доброго дня! Вы на канале Будни Милк 70. И у нас сейчас будет дождь. Гремит, шумит. Мужики там на дальнем поле сгребают сено, хоть бы успели срулонить его. Я сегодня рвала опять зверобой. С одной рукой, конечно, не очень-то удобно, но я получила травму. То есть я сломала руку себе. Коров сейчас дует Сергей. Все остальное делает тоже он. Поэтому извиняйте, что телефон болтается. Стрела куда собралась? В Лязгино, в Аркашово? А? Стрела? Вот вам хохма. На ходу снятая. Продолжение нашего видео. Мы готовим сегодня кашу рисовую с казаном. Мужики ушли делать лёгкую капусту величину, а я буду готовить обед. Вот оно у нас, чудо блюдо. Вкусненько. Лук. И заготовки я делаю на зиму. Кукурузу, баклажаны, все кубиками. И потом добавляю вот так вот готовое блюдо. И получается вообще шикарно. Вот так. Все бурлит, шкварчит. А запах стоит реальный. Спортсмен, чемпион. Это Кости помогает нам натягивать. Ну вот, видеоотчет о проделанной работе. Теперь, чтобы они все хорошо видели, мы еще по низ электрошнура, поверху, натянули вот такую ограничительную ленту. Ну, хватило. Загон уходит туда за плаг и к тому месту, где мы молоко носим на ручей. Ой, приезжали Юра с Костей, помогли нам. Но начали мы с Сергеем вдвоем. Если были бы вдвоем, мы бы не успели его загородить. Сено рулонит прям совсем близко. Трактора работают. Сегодня на улице было ужасно жарко. Вот сейчас маленько тучки заходили. Слышно, как трактор работает.